Ну вот, а мы должны это создать, должны создать этот прецедент. В Британии есть freehold право. Есть право, которое длится, например, собственность на 500, там, 700 лет. Это очень серьезно, это очень много. И вот это важно. Нам нужно почувствовать, что здесь у нас почва под ногами, что здесь наша земля, здесь наш дом. Нам нужно почувствовать, что чувствуют евреи. Это наша земля обетована, она для нас создана, она наша, кровь от крови. И мы за нее готовы умирать, потому что она дает нам жизнь. Вот это вот нам нужно. И вот это золотой век. Тут шутят про стабильность, но вообще у нас как-то в стране не очень право, собственно, наши уважают, не очень, и не последние очень 70 лет тоже не уважали. Кстати, вот то фактическое, что говорит, при Брежневе была стабильность, при Путине стабильность. Чего подобного при Путине и при Брежневе не было. При Брежневе страна угасала на глазах. Стабильность снижалась показатели здравоохранения и уровня жизни по ППС при Брежневе. При Путине у нас стабильность сокращается, все, а цены растут. Я уж не говорю о том, что у нас целая сеть магазинов закрывается. Я прохожу очень часто мимо бывших гастрономов, которые заколочены окна. Все просто, понимаете, уважаемые зрители, еще рынок, просто рынок был раньше, да, большой рынок, там были люди, продавали всякую рыбную продукцию, мясную. Их нет, все, они ушли, просто исчезли. Не потому, что они ушли в другое место и просто стало невыгодно продавать. Все. Вы знаете, в гробу мы видали такую стабильность, как сказал Константин Крылов однажды. В гробу мы такую стабильность видали. Это никакая не стабильность. Ну, тут согласны. Ну, понимаете, о стабильности можно было говорить, когда у нас вот нефтедоллар был. Все получали хорошие деньги, цены в магазинах были низкие, и раз в год на поездку в Турцию семье хватало. Тогда оно там, наверное, имело смысл. Сейчас об этом говорить, просто вспоминать об этом времени смешно. Мне кажется, мы должны смотреть в будущее, это мы должны создавать стабильность. Мы должны перед нашими предками большую миссию и долг, который мы ему обязаны выплатить. Мы должны сделать то, что не сделали они. И если мы этого не сделаем, никто этого не сделает. Но счастьем для нас будет то, что и через 1000 лет пусть о нас говорят как о героях. Пусть о нас говорят с трепетом, как потом скажет Гомер в своей Илиаде. Мы жили в эпоху героев. Мы жили в эпоху Ахиллеса. Короче, господа, прекрасная Россия, будущее в ваших руках. В ваших руках. Давайте. Дерзайте. Почему такой мертвый голос? Что такое? Что случилось? Да, я говорю, я уже не верю в это все. Мне 25 лет, я разочаровалась в жизни. Жизнь прекрасна. Ты есть это. Мы даже половину не знаем того прекрасного, что знают другие. Жизнь на самом деле только начинается, и жизнь прекрасна. Жизнь, надо смотреть на нее с другой стороны. Она не бьет, потому что ей так нравится, да? Не бьет нас, потому что причин нету. Не надо искать причины. Надо искать возможности. Как-то Йеннифер сказала Геральту: «Я думаю, что ты из тех мужчин, которые создают повод, а не ждут его». Вот то же самое, только с жизнью. Надо не ждать, пока будет повод, надо создавать его. Надо идти, надо пытаться. Или, как сказал в знаменитом ролике на Ютубе, надо бороться. Ой, блин, что ты вспомнил? Прекрасное видео. Надо бороться. В этом преодолении даже буквы «Г», оно всё. Человек преодолевает букву «Р». И это да, это вот оно. Это вот непробиваемая тяга к жизни среди полной смерти. Это вот как фильм «Жизнь прекрасна» про итальянца, который в концентрационный лагерь был забран нацистами. И он превратил это в игру. Как будто бы детская игра для своего ребенка. Это безумие. Да, но это все равно нельзя отчаиваться даже в самый темный момент жизни. Вот Оскар Шиндлер с его счетоводом евреем: «Ну, мы выпьем с тобой, когда закончится война». А вот он отвечает ему: «Давайте лучше выпьем сейчас. Не надо ждать, когда закончится война. Не надо ждать. Надо действовать сейчас. Не надо ждать, пока там будет повод. Повода никогда не будет».
у вас всегда не будет времени, у вас всегда чего-то не хватит, у вас всегда что-то будет новое, у вас всегда не найдется времени. Делайте сейчас. Не откладывайте потом, потом не будет. Есть только это время, и оно дано вам не просто так. Не просто так нам дано время даже разговаривать о этих проблемах. Не просто так мы ходим на эти стримы и говорим про, они, про эти проблемы. Не просто так мы живем для того, чтобы просто отчаиваться и говорить, ну, вы уже ни во что не верите. Не верьте ни во что. И не надо в это верить. Надо просто идти дальше. Побеждает вовсе не умный человек или самый, знаете, талантливый. Мир полнится непризнанными гениями. Мир полнится непризнанными талантами. Мир населяют сильные люди, которые сдаются после первого боя. Мир населяют разнообразные неудачники, которые после двух-трех попыток сдаются. Но побеждает вовсе не человек с большим упорством, талантом, не побеждает человек с большими деньгами, с большими талантами, с силами, нет. Побеждает человек, у которого самое большое упорство. И вы побеждаете не потому, что вы в один день, в какой-то запланированный час для себя организуете это вот мероприятие, торжество и триумф. Побеждает человек вовсе не тот, который в конце концов даже стоит, а тот, кто никогда не опускается, даже когда он проигрывает. Он постоянно поднимается снова. Этот человек стоит в конце надо всеми. Вот этот человек и побеждает. Этим человеком должны быть вы. Надо тебя, конечно, взять программные речи, писать куда-нибудь. Однажды... Что не скажешь, все манифест. Да, однажды на самом деле мир прогнется под вас. Не надо прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Не думайте, что этот мир против вас. Заставьте этот мир бояться вас. Заставьте просыпаться. Я восхищаюсь подвигом Хиро Анобу. Это партизан японский, который сражался 30 лет после конца Второй мировой войны. Вот закончилась война в 45-м году, а он не верил, что война закончилась. И 30 лет. Он штурмовал один и тот же укрепленный район Панан. Один и тот же район. 30 лет. Из раза в раз, изо дня в день, сидя в джунглях, вдали от цивилизации, воюя за свою Японию, 30 лет после Второй мировой войны. Он пережил все. Он пережил взлеты Гагарина. При нем Советский Союз устремился к звездам. При нем началась Вьетнамская война. При нем все это происходило. И он каждый день поднимался и брал один этот укрепрайон. Он брал укрепрайон Пананга. Он брал его бесконечное число раз. 30 лет. Практически воюя в полном одиночестве. Когда его отряд партизанский сокращался из раза в раз на человека и на человека. 30 лет без всякой передышки. Каждый день. Каждый день. Человек должен сломаться. Вроде бы он должен сломаться. Он, его нападение отбивали более сотни раз. Знаете что? На сотый раз, он не добился успеха. Нет, на 101-й тоже, и на 102-й. А вот на 103-й американские войска отступили. Они отступили, дав ему возможность захватить этот район, потому что они поняли, что с этим безумцем лучше даже не связываться. И после этого момента торжество человеческого воли и триумфа. Знайте, что когда вам кажется, что вы уже все сделали, когда вам кажется, что 100%, 100 раз, когда вы пытались сделать одно и то же, не увенчается успехом, подумайте, а может на 103-й? На 103-й, может быть, у вас получится. Самое страшное – это не довернуть, не докрутить вас до конца. И, пожалуй, даже самое лучшее оправдание для вас, ну, даже умереть в этой борьбе не страшно, потому что вы шли к этой цели. Но нет большего предательства себя, чем отступиться. Вы, может быть, в сантиметре от того, чтобы начать большой русский рассвет. Может быть, в сантиметре от того, чтобы началась новая эпоха. Вы, может быть, самый вот стоите на пороге этого. Перед революцией в России Теффи, знаменитая Теффи, писала памфлет, замечательный памфлет, очерк, о состоянии умов, январь, 17-й год. Уныние, тоска, тьма, повесится, охота повесится. И нет ничего, темные лица и темные улицы. Сажа покрывает нас. Этот мир погребает нас под завалами. Вот Теффи пишет январь 17-го года. Чуть-чуть пройдет времени, совсем немного, и бабахнет революция. Владимир Ильич в 16-м, кажется, году перед юными швейцарцами, социал-революционерами, говорит, возможно, мы не доживем до тех времен, когда вы молодые, вы еще доживете, да, до коммунистической революции, а мы не доживем до этой коммунистической революции. Не получится.
и, блин, через год это случилось. Вот, возможно, наши разговоры постоянные, вот эти вот мелочные склоки о том, ну, когда вот это вот осталось совсем минус, что, вот когда, ну, все, все, уже ни во что не верим. Самое, наверное, утешительное, вера заканчивается, когда начинается вот тот самый перелом. Когда вы уже утратили все, а когда у вас мосты сожжены, когда вы идете в крестовый поход, продав все, кроме своего меча, вы освобождены от всего. Надежды нету, надежды нет, вас никто не спасет. И вот в этот момент наступает пробуждение. Да, в этот момент самый лучший момент в вашей жизни. Лучшего момента в вашей жизни не будет. Этот самый прекрасный момент, ловите его. Это тот самый темный день перед рассветом. Самая черная, самая дьявольская ночь. Самые темные паутины страха. Самые длинные лапы пауков, опутывающие вас. И вот в этом моменте я прошу вас никогда не сдаваться. Докрутить до 103-го раза. И даже если в 103-й раз у вас не получится, возьмите в 104-й и в 105-й. И на 106-й, быть может, у вас получится.